Всем привет! И сразу хочется сказать пока, но не вам, а ремешкам, порванным об острые края рам. Кто-то скажет: чувак, да нет проблем, надфиль тебе в руки. Ну да, если обработать острые края, ремешок прослужит дольше. Но все равно, даже по моему мнению, хороший ремешок, немного надорвавшись, уже теряет в надежности. Китай не дремлет, и в продаже появились кевларовые ремешки. Да, это не новинка, кевларовые ремешки уже есть у одного из магазинов, но там ценник немного выше, плюс доставка. В общем, как-то не решился я у них купить, но как только появились на Бангуде, я сразу заказал. И вот сейчас мы посмотрим на них поближе. Вживую сравнить не могу, но по картинке вижу, что плетение отличается. В лучшую или в худшую сторону не знаю, но отличие есть, и это факт. Прошито, по-моему, хорошо, немного торчат нитки, но не думаю, что это критично. Длина 200 мм, ширина 20. Ну и один из немаловажных вопросов, что же по весу. Для сравнения, такой же по размерам ремешок, прорезиненный, пряжка пластик, весит почти 4,3 грамма. Вес этого ремешка заявлен 7,5 грамма. По факту 7,8 грамма. Что, в принципе, неплохо, при том, что пряжка здесь металлическая. В описании указано из алюминиевого сплава. Но по блеску похоже, что не алюминий. Нужно проверить магнитиком. Да, действительно не алюминий, но разница в весе не критичная. Поэтому можно простить неточность в описании. Также на пряжке надпись похожа на лазерную гравировку. При заказе есть возможность выбрать из двух расцветок черный или зеленый. То есть черная надпись, черная липучка, или зеленая надпись, зеленая липучка. Ну и самое приятное, нужно же попробовать его порезать. Ну и как ожидалось, кевларовая нить устойчива к порезам. Конечно, такой ремешок сравнительно недешевое удовольствие, стоит почти 4 доллара. То есть таких можно купить 10 штук, продаются комплектами по 5 штук за 2 доллара. Выбор за вами. Ссылки, как всегда, в описании под видео. Всем пока!